Короче, я сейчас ставлю оформление это. И, в общем, по многочисленным просьбам выиграла это оформление. Поэтому я ставлю его и вот так вот. Я добежал до сюда, еху. Как же долго до сюда бежать? Да, я увидел то, что тут обновление вышло. В общем, короче, будем смотреть, какие машины новые появились. Ну, а да. И так, вот я и зашел в этот магазин. Что тут? Ну, давайте сначала отечественное, но это же наше родное счастье. 100 тысяч. 410 тысяч. Не-не-не. Где копейка? Вот скажите, я копейку искал. Тут... Ой, тут где-то должна быть АК, да? Ну. Ну. А что, здесь нет АК? А, обновления еще нету. Ну да. Ё-моё, на моем парковочном месте какой-то мужик. Ну я вовремя. Я, конечно, самый быстрый человек. Вовремя, вовремя. Да, короче, вот. Представляю вашему вне... Так, что это за баги? Не понял. А, моя машина тут стоит, да? Да. В принципе, логично. В общем, я открыл свою машину, закрыл свою машину. Блин, на кого-то... Бом, что ты тупой или кто? А, ну пока он тут лежит, этот, Еван. Я его еще собью. Нет. Так. Я не понимаю, эта игра надо мной издевается или что? Я не понимаю. Ладно. Представим то, что этого не было, и мы можем ехать. А вот этого мужика надо сбить! Он меня бесит! Прям настолько, что аж... Идите, тёпсера! Всё, короче, встретимся, когда я буду дальнобойщиком. Так. Может, хватит? Оу. Короче, все, встретимся, когда я буду дальнобойщиком, да. Лягушка. Так, значит, я вас предупреждаю, то что вся опора, упора будет создана лишь на том, что... Так, лишь на том, что монтажа будет мало. А, 10 секунд, но я умею подождать ровно 10 секунд, наверное, 5 секунд. Вот так вот. А, 30. А, ну, короче, походу мне еще тут ждать 2 часа, ну, или 3 часа, но я не знаю, сколько получится. One hour later. Я наконец-таки арендовал эту машину, и если вы слышите, у нас сейчас там дождь начался. Да, это хорошо слышно, поэтому у нас есть мало времени на то, что снять. Пишем какой-нибудь там КПЛ и посмотрим, что у нас самое дорогое сейчас нынче. Самое дорогое у нас продукты и одежда. И посмотрим чуть-чуть ближе, продукты или одежда. Угу. Ну, знаете, я каким-то образом выбрал одежду. Я не знаю, почему так происходит. Но, походу, скоро видео будет без голоса. А где, кстати, сама одежда? Вот. Ну, значит, мне нужно вот так вот потом. Ну, в принципе, короткая дорожка. Я, походу, вернусь завтра. Да, не скоро, походу, да. Ладно, ладно, сегодня я вернусь. И когда я приеду с работы, мы посмотрим. О, больничная машина. Прям как у меня, газель. Только не как у меня. Прикольно, конечно. Но это новая какая-то версия. Ну, короче...